Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами OKTEL C15 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить вибрацию на этом телефоне. Вообще есть два варианта, как это сделать. Один очень удобный, но он есть не на всех телефонах. А второй тоже вполне нормальный, но он уже присутствует на всех устройствах. Давайте проверим первый. Для этого мы переходим в специальные возможности, после чего пролистываем вниз и находим здесь вибрация. Да, есть, то есть смотрите внимательно. Специальные возможности, вниз, вибрация, где мы можем настроить, соответственно, вибрацию при входящих звонках и вибрация при касании или же виброотклик. Также, возможно, это не все настройки вибрации, так что советуем вам после этого зайти еще в пункт звук, где мы можем также просмотреть, нету ли каких-то дополнительных настроек вибрации, и видим, что их здесь нету, да, это были все, то есть вибрация при касании и вибрация при звонке, то, что мы настроили раньше. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!